Прошло 30 дней с момента посадки черенков на укоренение. Это получается 13 февраля. Сорт Денис Блю. И вот что у нас получилось. Вот это у нас 2 стаканчика без укоренителя. Это 2 стаканчика с корневидом. Следующие 2 стаканчика с фитоклоном укоренителем. И следующие 2 стаканчика с клоноксом. Что мы имеем? Посмотрим без укоренителя. Пусто. Вот некоторые выпады здесь. Этот черенок не укоренился. Даже ростки не дал. Здесь тоже пусто. Здесь ноль. Без укоренителя ничего корешки еще не дали. Ну, конечно, здесь 30 дней прошло. Так, теперь с корневином. Калюс чуть-чуть образовался. А на втором стаканчике. Ба, вот она. Вот какие корешки. Корешки есть. С корневином. Аккуратно садим обратно. И второй черенок. Во, есть. Тоже корешки начали образовываться. Садим обратно. Потом поправлю аккуратненько. Теперь фитоклон. Корешки тоже есть. И вот такие приросты. Вот так вот. И второй фитоклон. Так, калюс есть, корешки маленькие. Здесь пусто. Хорошо. И клонокс. Калюс образовался на месте пореза. Удаление части коры. А корешков нету. И тут что-то есть. Есть корешочки. Вывод. За месяц положительный результат дал корневин и фитоклон. В 2 стаканчиках на 4 черенках образовались корешки. Без укоренителя 0 и у клонокса 0. Продолжаем эксперимент. Встретимся дней через 20-30.